Жду трамвай номер 14 у метро Университет. Ну, вот известная, так сказать, картина здания университета. Справа за деревьями цирк на Ленинских горах, который. И вот кольцо трамвая. Ну и вестибюли станции Университет. Вот с той стороны, с этой, где трамвайчики отдыхают. Ну и вот конечная остановка. Да, тут 14-й, которого я жду, 39-й до Чистых прудов, и которым уже ездил. И еще и 26-й трамвай есть. Следующий павильончик. Он тоже идет до Калужской площади. Тоже, я имею в виду, тоже как и 14-й. На котором я сейчас поеду, но только немножко в середине у него маршрут другой. Это еще впереди. А пока ожидание Ломоносовский проспект. Курс доллара и евро останется на века. Ну, не на века, но во всяком случае. Также как тут по какому-то ролику оставили комментарий, смотрите, а доллар-то по 30 рублей. Ну, вот так вот, сейчас вот 59. Не очень так торопится трамвай в обратный путь. Я, в принципе, и приехал на этом же вагоне. Еще спешил от конечной, боялся не успеть назад. А оказывается, тут вот у него какой длительный отстой. Тут можно было вокруг метро еще пройти. Вот, кстати, 26-й. Вот неделю назад я пытался снять 26-й маршрут. На Калужской площади сел на такой же вот сдвоенный татровский 26-й. Но был вынужден выйти, потому что об объявлениях там вообще говорить нечего. Там сплошной грохот. Такая сильная вообще вибрация в вагоне, что я просто вышел, потому что неприятные ощущения какие-то у меня. Велосипедисты на фетах. Много их стало, популярно, модно. На толстых покрышках. Вот, ну садится вот водитель. Вагон трамвай, и трамвай поехал. Я пойду займу место, так сказать, поближе к тому месту, где он останавливается, чтобы мне сесть. Да. Thank you.
Драм-театр Джигарханяна. Уважаемые пассажиры, на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта организован ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. При выявлении случаев неправомерного использования персонифицированных льготных карт, карта подлежит изъятию. Нарушитель подвергается административному штрафу в размере 2500 рублей. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда. Следующая остановка – Ленинский проспект. Уважаемые пассажиры, на всем городском пассажирском транспорте доступна единая сеть Wi-Fi. Чтобы воспользоваться услугой бесплатного доступа, остановка Институт педиатрии. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Институт педиатрии. Следующая остановка – Черемушкинский рынок. ГУП «Мосгортранс» приглашает жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование не ниже среднего, на работу по профессиям водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Социальный пакет –
Льготный проезд на городском пассажирском транспорте и пригороде, работая в районе места жительства, возможно, обучение, а также профессиональная подготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40. Черемушкинский рынок. Следующая остановка — 64-я городская больница. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Остановка — Дарвиновский музей. Thank you.
Сталиновский музей. Следующая остановка — улица Губкина. Уважаемые пассажиры, будьте вежливыми, уступайте места людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Остановка — улица Липунова. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны при переходе проезжей части. Неожиданный выход из застоящего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации. Остановка — улица Бардина. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам о необходимости бережно относиться к подвижному составу. В салоне трамвая ведется видеонаблюдение. Остановка — проспект 60-летия Октября.
Проспект 60-летия октября. Следующая остановка — станция метро Ленинский проспект, Южный выход. Уважаемые пассажиры, на всем городском пассажирском транспорте доступна единая сеть Wi-Fi. Чтобы воспользоваться услугой бесплатного доступа в интернет, подключитесь к сети МТ, нижнее подчеркивание, 3. Следующая остановка — станция метро Ленинский проспект, Северный выход. ГУП «Мосгортранс» приглашает жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование не ниже среднего, на работу по профессии водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая, социальный пакет. А также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40, 8-495-950-40-40. Остановка — улица Орджоникидзе. Уважаемые пассажиры, на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта
организован ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. При выявлении случаев неправомерного использования персонифицированных льготных карт, карта подлежит изъятию. Нарушитель подвергается административному штрафу в размере 2500 рублей. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда. Следующая остановка – Университет Дружбы Народов. Уважаемые пассажиры, ожидая трамвай, не стойте близко к краю тротуара. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Людей держите за руку. Следующая остановка – улица Лестева.
остановка станция метро Шаболовская. Уважаемые пассажиры, на всем городском пассажирском транспорте доступна единая сеть Wi-Fi. Чтобы воспользоваться услугой бесплатного доступа в интернет, подключитесь к сети МТ, нижнее подчеркивание, 3. Следующая остановка – фабрика «Ударница». Ударница. Следующая остановка – Калужская площадь. Конечная. Выход к станции метро Октябрьская. Уважаемые пассажиры, трамвай прибыл в конечную точку маршрута. Если вы не могли, не забывайте свои вещи.
Итак, это была поездка на трамвае маршрут 14 от метро Университет до Калужской площади. Вот вы видите. Ну, собственно говоря, все. Это депо Апакова трамвайное. А я иду на круг. Если все сложится, то сниму 26-й маршрут. Собственно говоря, туда же, откуда только что приехал, но немножко иначе. Все, заканчиваю ролик про 14-й трамвай. Как обычно, пишите, лайкайте и оставайтесь на канале. Всего доброго вам. До свидания.